Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный и сытный салат «Почтальон Печкин». Салат из печени. Салат прекрасно подойдет и на праздничный стол, и на каждый день. Приготовить его очень просто. На растительном масле на среднем огне обжариваю печень. Печень я заранее нарезала тонкими полосками. Добавляю немного соли и обжариваю до полного испарения жидкости. Лук нарезаю полукольцами. На растительном масле на среднем огне обжариваю лук. Добавляю 5 столовых ложек соевого соуса. Одну чайную ложку сухого чеснока. Соединяю обжаренный лук и печень. Хорошо перемешиваю и пока оставляю, готовлю яичные блинчики. Разбиваю одно яйцо, хорошо перемешиваю и выливаю на смазанную маслом сковороду. Обжариваю блинчики с двух сторон. Каждый блинчик закручиваю в рулет, нарезаю тонкими полосками и добавляю к печени. По желанию можно добавить майонез. Я готовлю этот салат без майонеза. Хорошо перемешиваю и все, наш салат готов. Всем приятного аппетита! Друзья, я желаю всем всего самого доброго, самого вкусного, удачного приготовления и до новых встреч. Всем пока-пока!